Так, все, я тут. В приложении компаньона Assassin's Creed единственное, чтобы открыть этот сундук. Бляхмуха, немного не вижу, о чем не говорят. На приложении каком-то. Так, это точка обзора. Магазин. Ну, давайте-ка. В общем, не понял. А, ладно. Так, опять охрана, блин, долбаный. Давайте, знаете, что сейчас мы все-таки отправимся. Нам чисто... чисто прямо идти, вот. Прям... вроде прямо, да. Так, куда, где тут лучше? А, мы тут были, кстати. А, ну давай. Стоп, а может нам и нужно в этот дворец? Как вы думаете? Я, если мы сейчас... Как вы думаете, нам ничего не сделают, если мы вот так... Не, ну там задание там было, по-моему, встретиться с там кем-то с Элизой, с Элизой, я не помню, какая. В дворце, ну ладно, давайте посмотрим, что тут у нас. То же самое, наверное, сейчас. А, нет, глядите-ка. Чё-то мы там взяли, а вот чё? 100 франков, я так понимаю. Сундуков чуть мало, сундучков на карте, ну потому что не открыта, наверное, карта, не знаю. Так, а точно сюда, ну-ка глянем. Гляньте-ка. Дворец, а это что? Подождите, а почему... почему у нас кверх ногами отображается? Либо... я что-то не понимаю. Да, мне кажется, у нас кверх ногами как-то отображается. Ну, что это такое вообще? Это не дело, ладно. Тогда побежали, нам в другую сторону совсем я... Что-то... Не то подумал, скажем так. Бегом, бегом, бегом. А, вот тут у нас есть какой-то сундучок. Интересно, где? Вот тут что ли? Да ладно, что, видишь, нельзя открыть. Давайте-ка... Да куда ты, блин? Давай сюда. О! Нормально. Так, где-то тут должен быть... Вот он где-то здесь. Но я его не вижу. Кажется, я знаю, где он. Могу ошибаться, конечно. Либо я его просто сейчас не заметил. Либо он наверху. Давайте попробуем. А, ну вот тут. Подожди, тут, наверное, нету. Здесь. Привет. Так. Вы не против? Ой, что-то от снайпера что-то прячешься, ладно тебе. Так, ну что? А нам тем временем нужно двигаться. Давайте по крышам. Бабах, вот так вот, отлично. Так. Районы какие-то у нас тут отмечаются. О, точнее, высвечиваются. Да ладно, что, металлическая крыша, что ли? Упс. Толкаться было немножко, ну ладно. Чем быстрее, тем лучше. Да, вот у нас уже заданица есть. Точнее, мы, оно давно уже есть, мы просто к нему подходим. Тем более, оно у нас на карте отображается на общей. Скажем так. Мы шифтом побежали.
знакомое место уже. Так, высшее общество. Да. Добрый вечер, Оливье. Месье де Лассер дома? Господин де Лассер, сегодня будет поздно. Ясно. Значит, пока что поговорю с Элизой. Очень в этом сомневаюсь. Мадмуазель сейчас на званом вечере, в ее честь. А во дворце? Званый вечер? Меня не позвали. Да, и лошадей тоже. Уверен, Элиза просто забыла. Ну да ничего. Бумажку-то, да-да-да. Так, а поздно, это когда? Через час или через три, или может завтра. Я не задаю лишних вопросов господам. Что ж, подожду здесь. Идти в кабинет. Блин, там салют стреляет, что ли, не пойму. Де Ла Серра. Так это у нас здесь. Я же вижу на карте, что я тап нажимаю. Ну что, достичь. Сейчас достигем. Нет. Достигнем. Ну, логично. Знакомые места. Смотрите-ка, картина. Так. Пачки, ну-ка, что-то у нас. Взаимодействовать можно, да? Она же не любит светских развлечений. Вернется. Причем эти часы. Не очень понимаю. Так. Ну, я пришел, а вот смотри, там что-то блестит у нас. Может подсунуть под дверь? Он увидит письмо, как вернется. Мемуары господина Д'Артаньяна. Ой. Это Элиза. Упс, мы невидимка. Так, ладно. Надо бы письмецо ему дать. Ну вот, письмо на месте. Пусть и поздновато. А теперь во дворец. Фу, в таких лохмотьях и в канаву стыдно. Не то что на бал. Нормальные шмотки. Постой, друг мой. Дай-ка я. Относительно, конечно. О, спасибо, юноша. Отлично, сейчас он будет выглядеть на все 100. О, да. Хорошо, что нам не пришлось бежать ко дворцу, он же здесь оказался. Максимилиан Робеспьер. Один. Арно. Шевалье из Телемы. Ваше приглашение. Ах да, оно у меня было, но по пути... Без приглашения не велено пускать. Отойдите. Следующий. Блин, как круто, а. Шар Габриэль себя. Два гостя. Следующий. Ну, в умной голове уже назрел план. Ну, сейчас... так беспалевно. Так, запретная зона. Чё было написано? Ответьте на письмо. Ну, ты вот так будешь лазить, тебя опять шмотки превратятся в... Ой, там немножечко спалились. Нажмите В. А, зачем? Типа мы должны попадаться на глаза стражников с... Стражников. Просто нет, пожалуйста. Тогда ненадолго, просто из вежливости. Я устала.